В нашем доме рады всем. Завтра в Бобруйске пройдет детский праздник. Площадки развернутся на 4 локациях. Зрителей ждут в Центре доп. Образования детей и молодежи на Социалистической. Свои таланты продемонстрируют и воспитанники Центра досуга и творчества на Куйбышево. В Ленинском районе выступления пройдут на Песчаном 22. Жители Первомайского района ждут в молодежном парке. Развлекательные программы стартуют в полдень и продлятся около 3 часов.